За годы своего существования движение студенческих отрядов построило свою большую историю. Наши мамы и папы сегодня с удовольствием рассказывают о своих поездках на картошку, будучи студентами. Советская и российская молодежь принимала участие во многих главных стройках страны. В этом году исполняется 60 лет студенческим строительным отрядам. Они начали свое праздничное победное шествие в 1954 году, в год освоения Целины. Мы строили дороги, строили линии электропередач, строили вузовские корпуса, объекты соцкультбыта и так далее. Официально День студенческих отрядов стали отмечать в 2015 году. Ульяновские студенты отметили праздник концертом во Дворце творчества и молодежи. Сейчас в региональном отделении студенческих отрядов насчитывается около 1500 человек. В прошлом году ульяновские студенты впервые попали на всероссийский трудовой проект, благодаря которому успели поработать в Крыму. Ежегодно на базе гостиничного комплекса «Ялта Интурист», который находится в городе Ялта, Республики Крым, организуется всероссийский трудовой проект. Туда съезжаются 450 студентов, бойцов студенческих отрядов со всей России. В 2018 году туда попало 17 отрядов, а заявку подавали 59 отрядов. Так вот, ульяновский студенческий сервисный отряд «Калейдоскоп» прошел все конкурсные испытания и участвовал в этом всероссийском трудовом проекте. Кроме туристической отрасли, ульяновские студенты задействованы в педагогических отрядах, где трудятся вожатыми в лагерях. Лучшим бойцам студенческих отрядов вручили благодарственные письма и подарки.